Хакасия по бюджету? Насчет чего? По бюджету мы не получаем. Николай Николаевич. А решение Верховного суда? Шепотом не говорите. Тут не надо никаких стеснений. Судья вынесла решение в отношении этого дела и сама не знает, как написать ей. И вот она попросила 5 дней или 7 недель, чтобы ей написать, вот она не знает, как решить. Вот какое выносит решение у нас. А дальше апелляционные инстанции, Новосибирск или кто у нас, и Кемерово бывает, они принимают решение в течение месяца, двух или трех, это будет долгая история. И они говорят, какое решение примут, то и хорошо, может, с нами не согласятся. Но что за отношения? И вот она еще не знает, только в понедельник может она сочинить, что же она вынесла, какое решение. Чтобы вы понимали, вот это, конечно, сложная система. Там же не доклады, там решение надо написать. Отказать или удовлетворить и так далее протестом прокурора или что там выносили. Какое решение? Заявление прокурора. А вот как написать резолютивную часть, что же она приняла решение? Она сама не знает еще, что ей написать. Поэтому комментировать, вот как только в понедельник или во вторник, может, в среду мы получим, мы тогда начнем комментировать. А сейчас-то не о чем комментировать. Поэтому не надо тут никаких стеснений, нет и никакой тут крамолы или в чем-то. Это общепринятая система такая. Вы думаете, что очень быстро все решается? Это в кино только. В кино, там, в сказках, и быстро вот сразу и решил. Вот она вынесла решение, уже прошло, наверное, ну, я не знаю, ну, дня три. Или сколько там, дня три, наверное. Вот теперь будет в понедельник или во вторник, возможно, оглашение только. Поэтому не надо, тихо и шепотом не говорите. Все должно открыто, понятно, чего тут это